со зрением у звезд. Как можно было выбрать такие купальники? У звезды «Игры престолов» Софи Тернер тело в шашечках такси. У актрисы Нины Добрев оба на угол шоу, а не купальник. Кендалл Дженнер выбрала ужасный горох, будто оторвала кусок от платья новой подруги Ди Каприо Камилы Мароне. Почему ты плачешь? А вот и бабушкин цветочек. Снова выход Софи Тернер. Купальник с поясом. Таких будет много на пляже этим летом. Но почему рядом с красоткой грустный муж? Еще и яхта с говорящим названием «Плохой роман». За чашкой утреннего кофе посмотрите на Тайру Бэнкс в купальнике, и рука потянется к бутерброду. У бывшей супермодели суперформы. Худеть этим летом она не собирается. На снимке Тайра словно хищник, это новая пляжная поза. Хищно подбирается и Памела Андерсон. Новой прической передает привет Брижит Бардо. Джиджи Хадид тоже вдохновилась француженкой. Снимки стильные, но копии только греют, а Бардо обжигает. Самая горячая в Британии актриса Келли Брук. Вот это хищная хватка. Проверяет, рядом ли мускулистый красавчик Джереми. Как ее отвлечь? Покормить? Редкие минуты, когда Келли теряет бдительность.